Добрый вечер. В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных темах этого выпуска. Спасательная операция на Каме. Пришлось выдолбить лед и извлечь пострадавшего. Как искали рыбаков, оторвавшихся на льдине, в репортаже Анны Городновой. Медленно и без инициативы. Очень медленно, очень, никакой инициативности с вашей стороны. Это как будто вы стороннюю наблюдаете. За что президент раскритиковал министра культуры и какие сделали выводы, выяснил Дмитрий Аренин. Недельное обезвоживание. 5 числа воду закрыли, все. Нет, то нету, миленькой. Как жители поселка Октябрьский остались без воды, где теперь находят источник живительный. А ситуация Альбины Минибаева. Анискин богордился. Они искали наркотики. Как казанские участковые избавили от дебоширов целый подъезд, расскажет Рамиль Шайдулин. В ледяном капкане масштабная спасательная операция развернулась на реке Кама. Накануне вечером, ночью и сегодня утром искали рыбаков с оторвавшейся льдины. В операции задействовали 150 сотрудников МЧС, 4 десятка спецтехники. Спасателям пришлось привлечь вертолет и беспилотник. Об итогах поисковой работы Анна Городнова. Если посмотреть на Каму сверху, видно, лед еще не окреп. Местами рыхлый снег, местами вода. Толщина льда всего от 2 до 5 сантиметров. Поэтому спасатели вышли на поиски на воздушных подушках и моторных лодках. А позже к операции подключили вертолет и беспилотник. Льдина с 5 рыбаками откололась накануне вечером. На Нижнекамской ГЭС произошли колебания уровня воды. Вся поисковая работа по воде, по льду была задействована именно вот сюда, в воздушной подушке, и они и обнаружили, нашли. Всего обследовано более 17 километров береговой линии и 9 квадратных километров водной акватории ниже по течению Нижнекамской ГЭС. Из ледяной воды удалось спасти одного рыбака. Мужчину 1980 года рождения госпитализировали с переохлаждением, а позже отпустили домой. Поиски остальных пропавших не прекращались даже ночью. Дно обследовала группа водолазов. Всего к поискам привлекли 147 человек и 35 единиц техники. Было определено, что одно судно будет идти по левому берегу, другое посередине центровой части и по правому берегу. Во время поиска по береговой части, получается, правого берега, проходили также спасатели, которые обнаружили торчащие из-под льда ноги. Тело погибшего обнаружили всего в 60 метрах от берега. Мужчине было 36 лет. Еще одного рыбака 63 лет нашли чуть позже, в 250 метрах. Лед на реках Татарстана еще не окреп. Вот здесь, на Казанке, его толщина от 3 до 5 сантиметров. На Волге до 9, на Каме, в зависимости от района, от 0 до 10 сантиметров. Тем временем, безопасной считается толщина льда на реках, где есть течение, не менее 12 сантиметров. Спасатели еще раз напоминают, зимнюю рыбалку лучше отложить до устойчивых морозов. Анна Городнова, Ильшат Аюпов, Данил Филатов, ТНВ, Набережные Челны. К другим темам. В Татарстане большие вопросы к эффективности работы сельских ДК. Сегодня на Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсуждали, как используется эта инфраструктура. Как выразился президент, работа идет медленно и зачастую безинициативно. Почему так происходит? Кто виноват? И чем это чревато? Узнал Дмитрий Аренин. Очень медленно, очень, никакой инициативности с вашей стороны. Это как будто вы стороннюю наблюдаете. Так Рустам Миниханов отозвался о работе Министерства культуры. Речь шла об объектах, что призваны нести культуру в массы и способствовать дружбе народов. Сейчас в Татарстане работают более 1000 ДК. Вот только, как отметил президент, в большинстве случаев эта культурная деятельность сводится к работе ключника. Вся эта инфраструктура, на мой взгляд, она используется недостаточно эффективно. Где инициативный работник, там все работает, кипит. А там основной части это просто, значит, приближенный кому-то человек, который владеет ключом вот этого учреждения. Получает зарплату за то, что открывает, закрывает или забывает открывать, закрывает. Как считает Айрат Сипагатуллин, чтобы дома культуры работали лучше, на них больше внимания должны обращать на местах главы районов. В районах Республики Татарстан должны обратить внимание на работу клубов, вновь построенных и действующих, так как идет оптимизация, во время оптимизации обычно у нас
есть вопросы, когда, значит, оптимизируют работу культурой. Всего 3 специалиста, и они умудряются делать такие хорошие мероприятия. Такой охват культуры в 16-тысячном поселке Осиново. Как говорит заведующая местного ДК, многим посетителям приходится отказывать, потому что с ними некому заниматься. При норме один коллектив из 12 человек на одного специалиста у нас занимается более 80 человек взрослых. Очень много было разговоров на эту тему, что нужно сделать расширение штатов, но, к сожалению, пока это с мертвой точки практически не двигается. Хотелось бы, конечно, ходить, потому что в декрете заняться нечем, какие-то мероприятия. Чтобы принять больше желающих, дома культуры также надо ремонтировать и расширять. И в таких работах, по мнению президента, Минкульту нужно действовать быстрее. Обновления ждут более 500 клубов. Но даже когда деньги есть, все упирается в бумажную волокиту. Вот музей изобразительных искусств. Год назад мы выделили ресурс. Целый год они не могли даже проект сделать. Это уникальный объект. Кого-то находим для реставрации, это просто издевательство. Вы этих людей, значит, доводит до такого состояния, что они готовы бросить и уйти. И сколько объектов у нас уже исчезло, разрушено и снесено. По итогам встречи поручено сформировать четкую программу ремонта объектов культуры. Также совместно с районными властями нужно решить, как сделать, чтобы в ДК шла полноценная работа. Дмитрий Аринин, Гузель Алимова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Татарстан получил от правительства России больше 1,5 миллиардов дотаций, как один из самых успешных субъектов страны. Республика заняла 2-ю строчку по результатам социально-экономического развития. На 1-м оказалась Якутия, на 3-м – Московская область. Распоряжение о поощрении подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Информация опубликована на сайте правительства. Жилье не аварийное. Такое решение в отношении 29-го дома по улице Украинская, Зеленодольска, сегодня вынес Верховный суд Республики. Напомним, жители не первый год пытаются вывести свою двухэтажку из статуса «аварийное жилье». Альтернативной жилплощади у них нет. Как теперь решится вопрос, далее в репортаже. Ну что у нас, потолок рушится? Или отцом провалы? Пола. Геннадию Корягину экспертизы не нужны. Он сам строил этот дом, а потому как специалист может оценить его состояние. Стены крепкие, палые потолки и крыша тоже. И все это он пытается доказать чиновникам с 2011 года. Мы уже устали, нам уже вот это все выше крыши. Ну как можно так? Кому-то не понравился этот дом. Ну в конце концов, ну мы 24 квартиры здесь. Мы же, наверное, лучше знаем. Местная администрация относительно этого дома иного мнения. Строение аварийное. Зеленодольский городской суд вынес именно такое решение. По мнению экспертизы, в стенах трещины, пол проваливается, а балконные плиты могут рухнуть в любой момент. Жители в ответ вызвали своих экспертов. Они определили, износ дома 36%. Это не критично и предлагают свои варианты омоложения двухэтажки. 3 раза была экспертиза. Дом не признали аварийным. Хороший, нормальный, только требует капремонта. На сторону жильцов встал Верховный суд Республики, отменив решение Зеленодольской Фемиды. Исполком города же не согласен с решением. Будет рассматриваться вопрос о подаче кассационной жалобы на данное апелляционное определение. Сейчас в доме проживают 19 семей, и съезжать они отсюда не собираются. Альбина Слагараева, Александр Сабиров, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Недельная засуха посередине зимы. Без воды жители улицы Новая, что в поселке Октябрьский, остаются с 5 декабря. Для питья или покупают, или набирают с колонки. Для других нужд есть снег. Но большая часть жильцов – это пенсионеры. Почему для них теперь жизнь в 21 веке сравнима с военными годами, в ситуации разбиралась Альбина Минибаева. Вот такая у нас вода, понимаете? Ну ладно, хоть пес с ним, хоть для унитаза, для стирки, ладно. Ну с 5 числа. 5 числа миленькой грамм воды нету. За неделю жители обезвожились, а вот внутри уже давно закипело. Каждое утро за водой с бутылями. После войны так не жили. Мы идем друг к другу вот с этими и говорим, идем на Ладогу. Какая вода у нас в доме? Она идет для питья, не для мытья, не для стирки, она не подходит. В домах течет лишь небольшая стройка, живительную для питья берут с ближайшей колонки. Замучают пенсионера почистить живот. Я тут 50 лет такого безобразия не был. На этой улице Новая порядка 500 жителей, большинство из них пенсионеры. Вода здесь на вес золота, поэтому добывать здесь всеми возможными способами. Самый актуальный – это снег. Без воды, миленькая, скажу, как ресторане, на сельство живу, там и нету. Свои 80 Зинаида Абрамова плавит снег. Вода на хозяйственные нужды. Без питьевой жители остаются из-за сломанного насоса. Двигатель работает, у них насос не работает.
Председатель сельского поселения предлагает заменить его, но у чистейшей своя цена. В районе 30-40 тысяч, но у нас живут в основном пенсионеры. Разговаривал, он сказал, я насос купил, а найти людей, кто поставить его, не могу. Он мне предлагал самому поставить, чтобы я его пошел поставил. Оттаивать снег жителям минимум до конца недели. Такие сроки поставил председатель. В идеале поставить сети на баланс обслуживающей компании, но на это уйдет год. Если население не соберет деньги на установку насоса, то придется искать спонсоров. Если пойти официально, там, скажем, через доходы бюджета, это очень долгий процесс, не меньше месяца время займет, поэтому решать надо быстро, и вот предпринимаются поиски именно вот таких вот организаций. Зеленодольский район также включил поселок в программу «Чистая вода», но заявку должны утвердить еще в Минстрое республики. Пока же жителям остается собирать воду по каплям и по снежинкам. Второй этаж поднять каким-то образом. Альбин Минибаева, Марат Зайдулин, ТНВ, Зеленодольский район. С помощью национальных инструментов и в духе многонациональной республики Рустам Миниханов необычным музыкальным видео поздравил татарстанцев с Днем Конституции России. Ролик он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Музыканты разных национальностей и каждый на своем инструменте исполняют гимн России. Видео поздравления набрало больше 15 тысяч просмотров. В ответ пользователи также поздравили президента с Днем Конституции России. Традиции в этот день особо отличившиеся подростки по всей республике получили документы зрелости. Это победители соревнований и олимпиад, лауреаты конкурсов и юные дарования. В Казани из рук Фарида Мухаммедшина сегодня паспорта получили 34 школьника. Торжественное вручение документов прошло и в других районах республики. В здании, где обычно принимают законы, сегодня встречали школьников, виновники торжества, 36 лучших учеников республики. День волнительный, получают паспорта. Свои 14 эти школьники достигли больших успехов в учебе, спорте, общественной жизни. Одна из учениц Аделя Хусаенова из Казани, участница многих всероссийских олимпиад. Признается, этого знаменательного дня ждала долго, оттого и скрыть волнение не может. Я рада, что стала по-настоящему взрослым человеком и получила этот документ. Сегодня в адрес подростков звучат не только поздравления, но и наставления. Перед вами открываются широкие перспективы. Возможность получить образование, учиться, заниматься спортом, культурой. Мы с гордостью говорим, что вы вступаете в новую жизнь с паспортами, как гражданин Российской Федерации, живущих в Татарстане. Новоиспеченных владельцев паспортов поддерживают самые близкие – родители. Переживания были очень сильные. Все даже, я видел, что даже у некоторых матерей были слезы радости на глазах. Аттестаты зрелости вручили сегодня и в Лениногорске. Здесь паспорта получили 22 школьника, а 16 одаренных детей за заслуги в области культуры и искусства наградили стипендией главы. Для меня это первое награждение, очень почетное. Я считаю, что это очень такая высокая премия для меня. Всего в этом году в республике более 17 тысяч школьников получили аттестаты зрелости. Алина Бережная, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань, Лениногорск. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Зима не страшна. Лопата хорошая работает, хорошо чистит. В какие районы отправилась снегоуборочная техника? Алина Зинатулина. Анискин богордился. Они искали наркотики. Как казанские участковые избавили от дебоширов целый подъезд, расскажет Рамиль Чайдулин. Своевременный подарок. Сегодня 9 районам республики вручили ключи от коммунальной техники. 207 машин пополнят автопарки, арсенала которых сейчас недостаточно для снежной зимы. И заменят изношенную технику. Куда отправятся борцы с сугробами? Лина Зинатулина. Эти ключи от новой техники станут ключами к чистым дорогам и убранным улицам. Автогрейдеры, снегопогрузчики, дорожные машины. Водители уже оценивают будущих помощников в работе. Зима снежная. Техника новая, надо беречь технику, машины хорошие.
последние годы эта тема, она обострилась. Значит, техника изнашивается, за ней надо ухаживать. Но и ограниченность финансовых ресурсов, она не позволяла решать те задачи, которые мы должны обеспечить в наших городах, районных центрах. И нам и было принято решение выделить целевое финансирование. А это больше 717 миллионов рублей на нужды Казани и 8 районов. Где-то подарок особенно пригодится. В прошлом году Бугульма едва не исчезла под снежными завалами. Сугробы в несколько метров возвышались даже в самом центре города, перед администрацией. У района было всего 24 уборочные машины. Пришлось привлекать технику с местных предприятий. В народе говорят, на 2 недели в Бугульме наступает раньше зима, и на 2 недели она позже уходит. Конечно, мы самый снежный район нашей республики, и мы как никогда нуждались вот в этой существенной поддержке. В самый снежный район отправились сегодня 11 новых машин. Остальным работать в Казани, Альметьевске, Буинске, Апастово, Черемшане, Заинске, Мамадыше и Тетюшах. Алина Зинатульна, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Еще больше качественного топлива. Теперь бензином стандарта Евро-5 завода ТАИФ НК можно заправиться даже в отдаленных уголках республики. Сеть АЗС ТАИФ приросла новыми заправочными станциями брендов «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Новость об объединении обрадовала в первую очередь автовладельцев, верных клиентов АЗС ТАИФ НК. Теперь качественное топливо по всей республике. Водители уже оценили преимущества. Я заправлялся на ТАИФ НК. Сейчас я автодострой с ними. Бензин проверенный от производителя, значит, удобно все. Заправился и кофе попил. Теперь в сети АЗС ТАИФ НК 220 автозаправочных станций с бензином стандарта Евро-5. Большой плюс – прямая поставка топлива с завода и единые цены на всех АЗС. Топливо доставляется на заправке без дополнительных перевалок, хранений. Напрямую с завода наливается в бензовоз, бензовоз пломбируется и везет на автозаправочную станцию, что позволяет сохранить и гарантировать качество на заправке топлива. На всех АЗС сети для владельцев карт программы лояльности действуют бонусы и скидки. Клиентам станет еще удобнее. Впереди разработка единого фирменного стиля и развитие магазинов и кафе на АЗС. Это будут не просто заправочные станции, но и места для комфортного отдыха водителей. Зеленый Давос, так эксперты называют форум по экологии, который открылся сегодня в Московской области. Теперь он проходит вместе с грандиозной выставкой. Здесь представлены проекты по охране окружающей среды, реализуемые в стране. Делегация Татарстана также принимает участие в работе форума. Стенд республики посвящен современным наработкам в области экологии крупнейших предприятий Татарстана, в частности, группе компаний ТАИФ. И вы утверждаете, что все сбрасывают воду чище, чем забирают? Инвентаризация проведена. Конечно же, остаются вопросы, но крупные предприятия, они действительно осуществляют. От дебоша спасли погоны. Казанцы благодарят местных участковых за то, что сегодня в их подъездах чисто и спокойно. Ведь еще недавно каждый вечер заканчивался перепалками с хулиганами. Месяцами на лестничные клетки разбивали спиртное, били окна и употребляли наркотики. Рамиль Шайдулин о тех, кто помогает жителям наводить порядок. Распиваем здесь. Вот пришлось вызывать нашего участкового. Каждый вечер подъезд 73-го дома по проспекту Ямашева превращался в наркопритон. И так несколько месяцев. По словам Эллы Назмеевой, здесь собирались то выпить, то покурить. На днях запахло уже не табаком. На глазах всего подъезда неизвестные распечатали наркотики. Ребята, вы что тут делаете? Да мы вот... Я говорю, так, давайте потихоньку идите, чтобы неприятностей не было. Ответив грубостью на просьбу женщины, хулиганы вынудили вызвать полицию. И уже с ними так справиться не удалось. Возмущались, якобы здесь проживают, в данном доме хотя бы они не проживают. Сегодня в их подъезде чистота и порядок, и о подобии наркопритона местные только вспоминают. Дебоширов задержали местные участковые, возможно, это и сыграло свою существенную роль. Уж они-то знают, в каких подъездах шумят чаще и кто на это способен больше. В отношении всех граждан были составлены административные протоколы за употребление наркотических веществ. Им был выписан административный арест в виде лишения свободы на несколько суток. Райнур Ганиев и Ранис Зарипов – участковые со стажем. За 10 лет работы на Ямашево снискали славу ответственных и принципиальных напарников. Наши ребята молодцы просто. Очень даже молодцы.
Любой вот какой вопрос мы не можем сами решить, мы обращаемся к ним. Благодарность за честность. Теперь местные уверены, с такими участковыми еще долго можно спать спокойно. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Песни, танцы и национальный дух сегодня в 80-летие отмечает государственный ансамбль песни и танца республики. В эти минуты на сцене Казанского оперного театра разворачивается грандиозное шоу. За ним наблюдает и наш корреспондент Сергей Хайдаров. Он с нами на прямой связи. Сергей, добрый вечер. Какие сюрпризы для зрителя ансамбль подготовил сегодня? Да, здравствуйте, Лиса. Что ж, действительно, прямо сейчас уже подходит к концу наш антракт сегодняшнего юбилейного концерта, первая часть которого прошла, ну, просто невероятно, с грандиозным размахом. Перед татарстанским зрителем уже успели выступить лучшие танцовщики, лучший вокальный хор, ну и, конечно же, настоящий оркестр. Масштабы действительно по-настоящему поражают, но удивительного в этом нет абсолютно ничего, потому что в данный момент в коллективе работают сразу 120 артистов, только вдумайтесь в эту цифру. И хочется небольшой секрет раскрыть. Все эти самые артисты при подготовке к сегодняшнему празднику чуть ли не собственноручно поднимали документационные архивы. Они вспоминали лучшие выступления ансамбля за всю 80-летнюю историю для того, чтобы сегодня подвести такой своеобразный итог и показать все лучшее на сцене театра оперы и балета. Ну а вот что нам сегодня в честь юбилея сказал руководитель ансамбля. Давайте послушаем. Что такое 80 лет? Это целая человеческая жизнь. А коллектива – это почти 300 лет, потому что столько поколений артистов уходит, столько поколений певцов, танцоров, музыкантов. И во благо служения нашему народу, нашей России, республике, татарскому народу, потому что, как сказал Тукай, песня – это дорогое наследие наших предков, вечное, немеркнущее души народа. Что ж, уже совсем скоро антракт подойдет к своему концу, ну а шоу продолжится. Как говорится, шоу must go on, друзья. Мы ждем продолжения этого концерта, тем более, что в его концовке организаторы пообещали нам невероятный сюрприз. Пока что это будет конкретно, не знают ни зрители, ни даже мы, журналисты, нам остается только ждать. Ну а те, кто не успели попасть на сегодняшний концерт, я прошу вас сильно не расстраиваться, потому что второй концерт, посвященный юбилею знаменитого ансамбля, пройдет завтра в этом же месте. Ну что ж, пока у меня на этом все, и с удовольствием я передаю слово тебе, Лиса. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Хайдаров с юбилейного вечера госансамбля. А вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». Забор остановил полет иномарки. Под Кремлем кроссовер влетел в пассажирский автобус и повис на ограждении. Все подробности через несколько минут. А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Вернулся, вышел и забил. Зрители Татнефть-арены стали свидетелями дебютной шайбы Даниса Зарипова после возвращения в команду. Этот гол стал 200-м для нападающего в рамках чемпионата в КХЛ. Под горячую руку Акбарса попала московская «Динамо». С появлением Зарипова на ледовой арене повысилась не только посещаемость. Антураж вокруг матча стал особенным. На 6 шайб казанцев москвичи смогли ответить только двумя. И то эти голы на свой счет записал экс-игрок Акбарса Илья Никулин, который несколько лет назад блистал в Казани вместе с Данисом. Сейчас в КХЛ наступил недельный перерыв, связанный с матчами сборной на Еврокубке. После чего в понедельник в Казани нас ждет еще одно зеленое дерби. А к Салавату Юлаеву здесь особое отношение. Пробуем варианты. Сложилось. Данис, в общем-то, и результативно сыграл. Будем надеяться на то, что с каждой игрой он будет прибавлять. Вот. Поэтому пока нормально. Все идет так, как мы и планировали. Волейболисты «Зенита» отправились покорять клубный чемпионат мира. Это пока единственный трофей, не покорившийся нашей команде. Казанцы дважды проигрывали в финале турнира и еще два раза завоевали бронзу. Из российских команд побеждать на чемпионате мира среди клубов удавалось только Белогорью. «Зенитовцы» перед этим выиграли Кубок России, а также успешно стартовали в Лиге чемпионов, победив французскую «Тулузу». В Польшу команда отправилась в полном составе. Ее соперниками в группе «Б» будут «Боливар», «Шанхай» и «Искра». Предварительный этап пройдет с 12 по 14 декабря, и по его итогам по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Финал и матч за бронзу состоится 17 декабря.
Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов на зимних играх в Пхенчхане. Решение относительно участия на Олимпиаде каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета. Тем временем татарстанские регбисты приглашены в сборную. В Йошкар-Оле с 8 декабря в составе юношеской команды успешно прошли тестирование воспитанники школы «Динамо Казань» Роман Малышев и Данил Мартьянов. В самом начале весны у ребят запланированы первенство Европы по регби-7 и регби. Также в Краснодарский край отправились еще двое воспитанников татарстанской школы. Это Михаил Панкратов и Дмитрий Коровяков. Это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, время новостей о погоде. Спонсор выпуска – Банк Восточный. Всем, кто не ждет, а дарит радость близким, новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Адреса в Казани – Тазигизату 15, Пушкина 54, Зорге 11Б. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер» быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер» – настало время низких цен. Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана ожидается снег и до 4 градусов мороза. На северо-востоке республики пасмурно, снежно и до 2 градусов ниже 0. На севере Татарстана пройдет снег, температура воздуха составит до 3 градусов ниже 0. На северо-западе тоже не обойдется без снега, там температура воздуха составит минус 1 градус. На юго-западе Татарстана пасмурно, ожидается снег с дождем, температура воздуха там составит около 0 градусов. В центральном районе республики местами ожидается небольшой снег, температура воздуха составит минус 1 градус. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Фермерское хозяйство Латфулина предлагает к новогоднему столу мясо птицы, гуся, утки, мулларда, индейки и бройлера. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Васиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм, деревенский гусь 250, деревенская индейка 220, деревенская утка 180 рублей за килограмм. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмара» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмара». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма, отдыха, формы для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег и около 0 градусов. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Ожидается магнитная буря. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирова. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Да, слов нет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы, процесса и грязи делают чудеса. Бакирова, наш санаторий.